Секретарь Одинцовского отделения партии «Единой России», глава округа Андрей Иванов, провел личный прием населения. Жительница одного из домов по первому рабочему переулку в Голицыно уже не первый год добивается признания ее жилья аварийным. Старый двухэтажный дом топится углем, там нет питьевой воды, крыша протекает, полы гниют. Еще одно обращение поступило от многодетной семьи из Звенигорода. Площадь участка, на котором они проживают, по каким-то причинам была уменьшена.